Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Eugen Play, а у нас сегодня Blast Brigade. Мы уже открыли 67% мира, исследовали, 11,5 часов потратили и добрались в мех-центр. Кто не видел предыдущую часть, посмотрите, там было два босса. Один, ну такой, средний-легкий, а вот под вторым-то пришлось чуть-чуть. Но подпотеть. Так, а у нас мы... Что мы делаем? Так, сейчас, секундочку. А мы продолжаем идти куда? Мы идем наверх. У нас все. У нас цель стоит. Не подохнуть. Все, наверх. Угу. У нас один путь. Надо выполнить основную часть. Управление роботом. Ага. Дверка тут закрыта. Куда мы прибежим? Куда мы придем? Пулять нельзя. Да ты чё? А я, кстати, вот первый раз туда проверил. Можно ли пулять? Оказывается, нет. Это зачем? Что тут у нас такого? Не-не-не-не-не-не. Так. В смысле, это... Блядь. Подожди, мы сюда можем запрыгнуть. Значит, можем мы сюда? Да, можем. Мы все вообще можем. Нету того, чего мы не сможем. Чего не смог бы человек. 3 девятки. Это что такое, большая красная кнопка? Jefferson. I wasn't gonna press it. I know that would be really... We're here to blow up this robo-dweeb and big red... I... Oh, you're kidding me. Only time I get the okay... Не, надо. Even I'm surprised. I mean, it's a big red button. Перед нами задачка. Задачка. Even I'm surprised. А, подождите. Ну, давайте вот. Ну, 6, 7, 9, 1. А, надо цифры. И остановить на цифре. А вот цифра 5. Желтый. Желтый цифра 5. О, я, кстати, остановил на пятерке. Хуя, я и не видел ее, ребят. Прикольно. Это у нас какая... Вроде бы... Просто вопрос. Вот, зеленая 1. Ну-ка, стоп. Зеленая 1. Это 5. А это вроде 4 там было. Красная кнопка нажата. Поздравляем, вы обнаружили диско-бомбулятор самоуничтожения. Неминуем, пожалуйста, покиньте зону или готовьтесь исчезнуть в неудержимом огненном вихре. Все. Бебех. Ах ты, Джефф Джефферсон. Так, мозги мы ему расплавили. Ага. А, перепрыгнуть мы не можем. Я думал, можно будет перепрыгнуть и туда вот за сердечком. А нетушки. Конфетушки. Так. Тут появились какие-то... А как нам туда? Не, это нихуя себе. Да ну...
Стой, 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 стой. Не, ну это... Да ну нахуй. Ну-ка дай-ка флягу. Может быть какой-то есть полурычаг, тот это все отключит. А, мы отсюда сейчас пока и выйти не сможем, да? Да. Но здесь сердце. Здесь часть сердца Blast Brigade. Может быть я зря нажал? Надо было пройти сперва. Ладно, потом подумаем, если что. В любом случае мы же будем открывать локацию. Локацию мы будем все раскрывать, как я и обещал, буду ходить и полностью все на 100% выполним. А нам куда надо? Мастерская на вулкане. Рушится, спасайтесь. Да ты что? Правда рушится, а кто это ее так сделал? Она стала разрушаться. Не, ну этого-то понятно. Я хочу. Да блять, ты чё творишь-то? Не, ну это вообще пиздец какой-то. Вот все летели, а теперь нет, да? Иди нахуй, короче. Не хочешь? Вот и сиди один. Хм. Тут опять что-то... А, тут, наверное, портал этот должен включиться, да? Да, наверное... наверное, так. Опачка. Ближе не подходи, товарищ. А ты кто еще? Чё за хуй в очках? Это... Федерат? Александра Ворон. О! Опять русских сюда, блядь, прикрутили. Ну зачем? Почему здесь вообще русская, блядь, чёрная? Для чего, ребята, это делается, я не понимаю. Малыш, чё? Ясно. Подожди, подожди, подожди. Во-первых, у меня здоровья нет, нахуй. Эх! Не, ну, тут, ребята, понятно, ну, блядь, с двумя хпшками это тяжеловастенько сделать. Давайте честно скажем. Мне больше всего, знаете, что интересно? Как мы сейчас там пройдем? Может быть, я зря это все сделал там? Вот ты ж... Со-со-со. Со-со-со, то-со-со. Не, ну здесь-то мы пройдем. Мне интересно, почему сердце-то, блядь, нельзя забрать? Она, может, как-то убирается? Или какой-то, может, костюм потом дадут? Блядь, а. Ладно, не будем пока тратить наше здоровьишко, потому что у нас ждет придурочный босс.
идет не совсем адекватненький босс. Фух, ну, давайте, наверное, даже вот с этого можно. Подожди, подожди, что ж ты сразу так начал? Я все забываю, что у нас два прыжка. Вот при битве с боссом. Эх. Сука. Подожди, дайте-ка мне. Ну что это, что делает? Не-не-не-не-не-не-не-не-не, давай-ка мы его добьем. Жирабас! Мы бы его победили, ребята, его, блядь, пройти-то как раз плюнуть. Свободное падение. Джефф, ты должен что-то сделать. Даже твой такой высоты. Да. Эй, что ты делаешь? Ты чё творишь, блядь? О! Если ты веришь в Америку, она любит в тебя, да-да-да-да. Подожди, а может птица нам поможет? Я? Патриотическая колесница. Крайне патриотический орел несет Джеффа над землей. Но ненадолго. А, ну вот. Собственно. Мы теперь можем, ребята. Мы теперь можем и залететь и сюда. И во все вот тут облететь. То есть. Все-таки она уже, знаете, к концу игры. А я думаю, что это скоро конец. Такое приобретает чувство. Ну как сказать, то есть окончание игры. То более все больше и больше мы уже как-то это подходим к тому, что скоро логически будет уже финал. Конечно, сейчас при любой ситуации будет что у нас. Блять, да что ж такое? Сколько у вас много тут стало? При любой ситуации сейчас надо будет или летать, или что-то еще делать. Но. Даже не в этом суть. Мы теперь можем все. Вот действительно, теперь мы можем, блять, все. А того босса мы бы очень легко бы победили. Конечно, нас это еще сейчас надоест. Весь этот летательный аппарат орел. Но. Ух ты! Подожди. А. Тогда на орле. Так, стоп. Нам нельзя зацепить. Все, успокойся. Нам всего лишь-то надо открыть дверь. Щелк сюда. Угу. Впервые от нас босс сбежал. Подожди, я что хотел-то именно сюда заходя? Я хотел вернуться за сердцем.
чтобы потом уже в эту локацию не возвращаться, потому что здесь нету. Да мы тебя вот так вот успокойся. Не волнуйся там. Эх. А мы чуть-чуть повыше залезем. О, сердце. Третья уже часть. Ничего себе. Так, а здесь мы что забыли? Здесь мы все забрали. Я хотел зайти сразу здесь. Собрать. Блять. Упал. Здесь собрать, чтобы... Ну, чтобы было логическое завершение локации этой верхней. Чтобы потом не возвращаться. Заодно, знаете, пройти. Мы думали, как я там заберусь, а вот как. Теперь уже понятно как. Да что ты, блядь. Угу. Вот и все. Маячок Бласт. Собственно, это и есть локация. А здесь закрыто. Видите, как сделали? Здесь пока закрыто. Ну все, а вот теперь мы можем спокойно. Я думал, как отсюда вернуться. А вот так. Супер орел. А нам надо. Нам надо. Подожди, а мы спустимся где? А здесь же нет выхода больше никакого. Есть влево-вправо. Но так основного выхода здесь больше нету. Вот, блядь. Надо сохраниться, вы что? Вот уже у нас практически 2500. Да, блядь. О! Молодец, запрыгнул. Ясно. Тут опять с помощью орлика. О, производство. А мы вернемся потом, наверное, вот сюда. Или лучше пока не идти, а вернуться так вот и пойти все-таки по основной. Да. Наверное, так, ребята, и сделаем. Мы так чуть-чуть откроем, посмотрим, потому что здесь вот опять, видите, как... Может быть, тут круговорот будет. Бля, если правда круговорот... Ну, давайте сбегаем. Что-то открыли, что-то не открыли. Дорогие коллеги, как вы без сомнения знаете, мы приступаем к строительству гигантского робота-убийцы. Гордитесь, ваши трясущиеся ручки будут причастны к созданию абсолютного орудия мирового господства. Благодарите нашего щедрого владыку доктора Крида. И не будем терять время на старые банальные, вроде того, что... Лава слишком горячая, выходных нет, а передохнуть не дают ни секунды. Пора отбросить амбиции и самоотверженно потрудиться. Сейчас посмотрим, куда она ведет.
вообще что ли ебанулся? Какой-то лифт. Так, стопы. Стопушечка, стопушечка. Угу. Забираем. Увеличивает урон боевых умений всех героев на 25. Так, давайте посмотрим, куда мы спустимся. Куда лифт нас приведет. Но я думаю, что лифт куда-то нас приведет слишком низко. А нет. Вот смотрите, как... Как я, собственно, и предполагал. То, что она круговая. Да. Ну, давайте пройдем. Так, на всякий случай. Проверим сразу, нет ли... Нет. Нету ничего. Внизу, наверное, тоже ничего нет. Ага. Так, это что такое у нас? А, это просто синее. Ух ты, какое! Фу, блядь, ты что такое-то? Все, все, прекрати, все, успокойся. Мачумен, блядь. Да иди в пизду, а! Все, ну что это такое? С одним, блядь, каким-то полуврагом. Ага. Все, 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 понял, понял. Подождите, нам же надо тут. Так. Хопа. Супер оглишка. Угу. Блядь. Попасть бы только. Куда? Ну ты сука. Ты чё? Да, блядь, ну как так-то, а? Ну что такое-то? Ну, получилось же. Всегда с первой попытки получается. Но тут вот все, пиздец, опять вот пошло оно. Ну, понятное дело. Сейчас еще подохнуть не хватало. И вообще заебись, все. Не, ну мы должны сердце получить. Ай, блядь. Сука. А здесь-то мы должны вернуться. Да. Здесь мы должны вернуться. Там же этот такой. Блядь. Ну полетели. Супер орел. А, забыл. Тут же тоже с помощью... Тут же все с помощью орла. Угу. Вот, вот что ты все подсираешь-то? Здесь, наверное, можно было и так просто пойти. Подожди, подожди, надо пробежать. Все, до свидания. Все, 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 пока.
Жив. Да иди ты в пизду, блядь. Дурак какой-то нахуй. Иди оттуда, куда... Куда вылез нахуй. Вот и все. Так. Угу. А почему мы не успеваем? Мы же успевали там. Не, ну тут ладно. Бля. Так. Блять, пере... Я вместо, ребята, вместо шифта нажал Q. Тут допрыгнуть? Ну. Фу! И вот оно. Вот оно, еще одно сердечко. Осталось 12 частей. О, а мы куда? И что нам здесь? А, ну а здесь... С помощью орлика, наверное. Да? Нет, мы еще здесь не все нашли, главное. Пошел ты нахуй. Я с тобой не хочу вообще разговаривать даже. Потому что мы этих всех убивали, и смысла нет их еще. Фу, на волоске зацепился. А я ж могу сразу так. Да зачем я прыгаю-то, блядь? Опять пробил нажал. Ну, что такое-то? Вот, все. Угу. Подождите, надо себе упрощать здесь жизнь. Так. Угу, угу. Ага. Добегаем, добегаем, сейчас пуляем. Вот так. Фух. Кто-то же нахуй. Вот, собственно, мы все зачистили. Предлагаю сохраниться. Открыть этот путь. Ну и спуститься, наверное, уже здесь. Да, ага, сохраняемся. Только пойдем мы спускаться не по... Не знаю, сейчас посмотрим, может там просто комната. Вот здесь вот я имею в виду. Вот здесь вот просто комната или все-таки... Или это именно спуск? Нет, это какой-то, ребята, спуск. Главное, верфь. Давайте спустимся, посмотрим, что за локация вообще у нас здесь будет. Так, ну тебя мы... С тобой нам все понятно? Угу. Сейчас что-то начнется, вот. Что мы будем делать? Босс какой-то будет. А если, кстати, мы не зашли... О! Не сдох, как я погляжу. А если, ребята, мы сюда не пришли, этого босса бы пока не увидели. Давайте с ним уже разберемся, нахуй. Ну и что, ну что? Здесь-то мы видим, куда ты прыгаешь.
собака, блядь. Ну, отец, сука. А куда нам прятаться от него? Ой, не прыгнул. Ня. Мы на стену-то не залезем. В смысле? Ты дурак, блядь, что ли? Это я не... Я, ребят, это... Не понимаю. Тихо. Как это так с ним? Такое, знаете, у меня сейчас ощущение наёбки. Куда нам прятаться? Не, ну ладно, здесь. Да, здесь я чуть-чуть прокосячил. Да, где-то я тут косово парю. А, вот все-таки мы можем. Мы можем все-таки на стене удержаться. Эх, сука, когда бежит, надо до него бежать. Потому что возле него не будет горячки. Все, вот так вот только. Малыш Джо. Блядь. Блядский малыш Джо. Я даже флягу успел выпить. Ну он такой, ребята, он легкий босс. Ну все. Ну все прекращай. Все прекращай, говорю. Все, хватит. А так мы бы его увидели только бы... A moment, please. You fight well for a chubby American. Ты особенно... You too, да. My little commie comrade. I get it. Постоянный стресс. Whoa, hey! You know, little man, I should just go on. Походу еще раз, наверное, мы будем с ним драться. А мне посмотреть-то надо было. Что ты орешь там, блин? Эх! Да все, все, мне просто чемоданчик забрать, успокойся. Шпионский, это уже какой у нас? Пятый. Пятый комплект. А что самое главное? Это еще не все. Вон еще у нас. А где она там, блядь, находится? Надо опять вниз спуститься. Ну, давайте спустимся. Мы же спустились. И это. И он нажал сразу. Ты кого сделал-то? Кого я, блядь, сделал? Вот. Конечно, заберем.
все. Локация зачищена. А тут, кстати, что-то мы потеряли. Вернуться, чтобы потом не возвращаться. Нет. Ну что ты? Тут же все сейчас будет связано с орлом. Давайте и правда, может, вернемся, чтобы нам не возвращаться по следующим. Потому что я думаю, что мы потихоньку придем вот сюда. Вот ты, тварь, блядь. Тварь доктора Крида. Что мы здесь такое не нашли? Что вот аж это? Не, спускаться нам не надо. Но ради интереса, где мы окажемся? Мы, наверное, окажемся сразу там. Да. Киберлаборатории, то есть мы просто нам вправо и все. В итоге весь этот путь никто и не увидит. Нет, я бы хотел бы его сразу бы так чуть-чуть, но пройти. Одно дело, когда просто по пути, а другое дело просто убежать отсюда. Не, это разное. Блять, а где тут? Ну, сохранить-то мы сохраним. Найс, ага. Где-то наверху мы что-то забыли. Ну именно вот в этой локации. Ну а больше-то здесь нету. Хм. Интересненько. Не, ну там уже все. А что мы здесь забыли? Или вот сюда залететь? Вот она где. Вот так вот, ради одного сундучка стоило вернуться. Угу. Все, а теперь пойдем дальше вниз. Ой, а мы зачем сюда-то пришли? Фу ты, блядь, не сюда пришли. О! Нам не хватит силы. Почему? Что такой слабенький орел у нас? Да ты ж... Ну, спасибо. Хоть здесь и за этом, и на этом спасибушки. На всякий случай восстановимся, а то мало ли опять этот будет малыш Джо. А мы не в форме. Не догонишь. И не догнал. Так, ну... Вот. Я сейчас, блядь, удивлюсь, если здесь будет тупик. Нет. Здесь будет спуск. Причем мы 58% здесь открыли уже всего. Тихо. Монетки соберем, потому что я не помню, там сколько нам надо было. Сколько наберем, все наши.
О, ты чё? Робот, который срёт роботами. Вот так вот. Тихо. Я-то нечаянно нажал, я думаю. Да нет, не надо так. Да куда? Блять, вот. Так, ну ёбаный ты, блять, ну дождись ты секунду. Это же очень просто. Вот и все. Какой-то красный кристалл рун. Все, открой дверь. Я только единственное, там же еще что-то летать надо было. Вот здесь вот. Что это мы тут так? А нам стрелять нельзя. Не-а. Нет. О, к чемоданчику пришли. Ну и хорошо. Сразу соберем его. Вот, ребята, у нас мы нашли один путь. А что мы здесь еще упустили, я пока не понимаю. Или мы... я не помню, мы сюда здесь заходили, не заходили? Нет, здесь мы еще не заходили. Или заходили? А, ну мы отсюда пришли. А там он как-то... как вон она блестит, ребята, что-то. Что-то внизу блестит. Надо, значит, как-то... Здесь, наверное, еще одна... Блять, ну должно же. Ну вон она блестит же там все. Где тут? Где этот нахуй хуй? Вон она, видите, локация? Вот она. Как так-то? А как туда открыть? Нихуя пока не понимаю. Ладно, придется вернуться. Потом подумаем. А, этот в эту сторону, этот в эту. Ну, не заметил, да. Ой, иди нахуй. Иди в пизду, мне сюда сохранить надо. Потихоньку собираем уже модули. Ну, их, конечно, и купить еще надо, эти все. Давайте, не знаю, еще, наверное, до точки сохранения и будем, наверное... О, нашли мотоцикл. Мастерская на вулкане. Вот так вот. Вот теперь, ребят... Так, кто-то тут опять. Вот теперь, ребят, можно отсюда, собственно, и уметывать. Так, а как нам лучше-то отсюда уехать? Видите как? Мастерская на вулкане. Осталась вот она, одна. С
скорее всего, здесь еще влезет только одна. Или вот эта, или вот эта часть. Ну, ну, наверное, вот эта. Это так просто. Финалочка. Все, мы теперь можем сюда вернуться. Нам бы теперь на лифт. На лифт. Перебежать назад на лифт. Или пооткрывать двери и идти вниз. Наверное, перебежим. А вот хуй опять тут. Где наш... Так. Нет, это мы... Ага, это мы вернулись в самое начало. Открывать. Вот опять это, кстати, карточка, которая, скорее всего, можно... Или ее постоянно покупать придется. Надо насчет нее, кстати, ребята, узнать. Просто купить одну, ну, там, что будет, то будет. И посмотреть. Угу. А. Так, блядь, надо было второй сразу и играть бежать. Вот и все. Не надо никаких. Стоп. А почему мы это пропустили? Как это так? Такую вещь, сундучок, и пропустить. Тем более, он здесь один. Да. Сейчас нас помучает. Да нет. Так и знал. Вот думаю, сейчас кто-то будет. И вот тебе, придурок. Дурачок какой-то, блядь. Все. Да вы чё, блядь, ебанулись что ли тут совсем? Опять этот. Успокойся. Не надо так волноваться. Ты чё? Всё, успокойся. Так волноваться-то. Ты чё, сердце, блядь, становится? Надо же... Ой, ой, ой. Надо же беречь себя. О, к спальнику. Вот она как. Поднялись бы мы почему-то не по прямой, а вот так. А так вот. Ясно. Ясненько, понясненько.
Так, у нас... А, тут все. Внизу спальник, да? Собственно, мы и вернулись сюда. Да? 75%. Это значит, где-то здесь осталось найти. Ну и понятно, что здесь. И больше-то дверей и... А, ну еще, наверное, одна здесь, но она будет относиться... Это какая у нас часть-то? Крепость Крида? Скорее всего, вот это. Вот, но, ребят, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел. Поставьте лайк, дизлайк, напишите комментарий. Если не трудно, подпишитесь на канал. Вам не сложно, а это очень поможет продвижению. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Мы потратили уже 12 часов и 72% исследовали все территории. Ну а на этом пока. Все, ребят, пока-пока.